Приветствую, друзья! Снова катаемся с вами по улицам города Орши, Республика Беларусь. Сегодня едем по Комсомольской, Могилевской. Заедем на улицу Солянникова. Сейчас мы тут в районе городского рынка, так называемые пять углов оршанские. Выезжаем пока что на улицу Советскую, но уже вот там со второго светофора, где мощность Оршанцев начинается, улица Комсомольская. Слева у нас вот там огромная больница, корпус имени Семашко, первой городской больницы, недавно построенной, в народе называется Титаник. Видимо, за внешнее сходство, может и внутреннее справа. То есть диспансер спортивной медицины, бывшая баня. Уже тут баню снесли. Ну и по обе стороны рыночные все эти дела. Слева сам рынок, справа торговый центр Орша-Сити. Сегодня у нас среда, будний день. Нигде и машин особо очень много. Вот так, мост через Оршицу, и начинается улица Комсомольская, которая между двумя мостами, между Оршичным мостом и Днепровским. Слева вон там виднеется краешек бывшего комплекса монастыря Тринитариев. Тут же был такой шикарный Воскресенский собор. Там мы пересекаем улицу Ленина. И вот там вот справа, вы видите, в районе Краеведческого музея раньше была городская управа. Сейчас появится фото примерно этого ракурса, этой улицы и этого места 100 лет назад. Между прочим, она и называлась уже тут, в то время, Могилевская. Комсомольская, естественно, а Могилевская. Ну, а сейчас она, этот кусочек Комсомольская, и уже за мостом через Днепр начинается и улица Могилевская. Через реку Днепр, по правой стороне, обратите внимание, мемориальный комплекс «Катюша». И хоть первый залп «Катюш» не был отсюда произведен, но решили установить его здесь, вот на этом крутом берегу Днепра. В 1941 году, напомню, это все произошло. Начинается улица Могилевская. Она реконструирована дожинком 2008. Раньше была не такая широкая, сейчас уже четырехполосная. Частный сектор тут основной по бокам. Всего мы проедем с вами, ну, где-то, наверное, около 4 километров, потому что в этом направлении очень далеко до окраины города. Хотя, например, в сторону Горицкой или Дубровинской еще ближе к окраине. Справа недавно построенный магазин «Санта». Это улица Красноармейская, уходит вправо. Опять не к месту выглянуло солнце, бьет нам в объектив. Конечно, снимать либо в пасмурную погоду, либо когда солнце светит на объекты.
справа довольно старая 8-я школа. Тут даже министр образования или замминистр учился, как-то приезжал недавно в родную школу. Пересекаем тут речку Кутеринку, которая пересохла. Сейчас она под нами в коллекторе в таком. С правой стороны, видите, виднеется костел тоже. Это новодельный костел. Построен тоже недавно сравнительно. Справа уходит улица Гомельская, район Заднепровье 2. И там один тоже недалеко. Раньше эта дорога, ну, естественно, она идет на Могилев, но там еще была и военная часть, которая частично осталась, но уже она не такая большая. И располагаются там внутренние войска, считай, та же милиция. Как раз на стрелку завернем налево, сделаем кружок по новому району улицы Соляникова. Выйдем опять на Могилевскую, ну и в общем-то тут и закончим свою небольшую прогулку. Жаль, конечно, что этот район уже, ну, во всяком случае, пока не будут строить дальше, как планировалось, до самой улицы Горецкой. Вот эту улицу Соляникова должны были вывести туда, еще проектируемую там параллельно. Там эта улица дальше упирается всю ту же Кутеинку, во враг Кутеинки, речки, которая тоже там почти нету. Тем не менее, там надо было делать какой-то мост, прятать ее в трубу. Такие новые районы с магазинами. Эта дорога идет дальше на Нарейково. Мы сейчас тут повернем и дворами выйдем опять на улицу Могилевскую. Строить не будут, потому что в целях безопасности. Тут вроде как глиссада будет проходить самолетов, которые будут садиться в Балбасово, логистический новый центр, и поэтому как бы тут немножко небезопасно этим районам строить, поэтому сейчас акценты будут смещаться к улице Ленина, либо еще грандиозный проект между улицами, ой, между Баранью и Оршем города. Вот мы сделали такой кружок. Выезжаем уже из города направлению Могилева. Справа проектируется в том диске поликлиника новая, которую я еще только проектирую. Прямо деревня Понизовья, Бабинича и так далее. Спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь, кому интересна тематика Орши и не только Орши. Поездки, прогулки. Не болейте. И до новых встреч.